Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру Diablo 3. Жнец душ. И наконец-то мы добрались до жнеца душ. Да, и будем с ним разбираться на этот раз. А теперь мы решили отжать у него бизнес, в общем. Да, серпы. Да, и все движимое и недвижимое имущество. И настучим ему молотом. По наковальне. Поехали. На Крейге повсюду смерть и ужас. Я думал, что буду здесь в безопасности. Но оказалось, что бежать больше некуда. Несколько лет я молил Ангирский совет отпустить меня на поиски Малтаэля. И, наконец, мои просьбы были услышаны. Я обязан найти своего повелителя во что бы то ни стало, поскольку небесам крайне необходимо его присутствие. Учитывая возросший интерес Малтаэля к человеческой расе, Сираэль предположил, что поиски стоит начать с санктуария. Просто. Криты. Какой-то видел сонный чувак стоял. А. Он еще живой был. А, вы... А, вот они, да-да-да. Да, это... вы посмотрите на мою шапку. Нет, там наконец. У тебя можно не только на шапку смотреть. Это только разминка. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Это мы замерзли. А, ой, да, вот в чем дело. Я думаю, что мы стоим, не двигаемся. Не танцуем, как всегда. Куда пойдем? Тут вот есть какой-то подвал. Давай сходим. Кстати, надо эту карту исследовать поподробнее. Кстати, надо вернуться в тот подвал, который в первой части нам хотели навалять. А, да-да-да. Мы должны спасти моих друзей. Давай, показывай своих друзей. Я скажу, кто ты. О, нифига, там аж трое друзей. Это все Юстиниан! Хорош, хорош! Что он сказал, это все пискня? Так, а где вражина-то? Закончили. А, то есть мы вот от них спасли друзей. Да. Куда, куда, куда дальше? Король Юстиниан, наверное, давно сбежал из города. Пора поднять восстание. Восстание. Не дури. Но это наш единственный шанс сбросить с себя королевское ярмо. Нифига у них золото по полкам распихано. Да, нычки. Серьезный меч. А, все? Но это еще не конец. Король не оправдал наших ожиданий. Если не веришь моим словам, вот, почитай. Это его дневник. Интересно, как он к тебе попал? Ну, скажем так, есть тот, кто заботится о нас, простолюдинах. Я слишком устал. Как ты мог покинуть меня, брат? Какой из меня король? Знать хочет заставить меня плясать под свою дудку, грозя мятежом. Она тут же отвернется от меня, если я перестану держать крестьян в узде. Мое положение безнадежно. Нычка. Ну? Опа. А, мы оттуда пришли. Опа, проход, да? А, так мы ж тут были, ё-моё. Харундель. Но ведь не все собрали. Да, просто не успели тут пробежаться. Смотри, есть куда-то в эту сторону проход. Блин, вот это сейчас мощало. Конечно, у тебя уронище там такой. Так, еще вот этот камень, который ставил на 45% криту. Получается, через один удар у меня проскакивает криты. Кто доберется? Здесь кто-то еще есть, кроме меня? Кто-нибудь такой же опасный?
Ну, криты только и вылетают вообще. По 50 тысяч. Мы здесь уже много дней. Дольше люди не продержат. Отведи выживших в лагерь. Не мешкай. Ой, ты. А чё люди умерли? Они умерли? Они ушли. Они взорвались. Они спят. Да-да. Отвёл людей. Так. Ну ладно, пойдем сейчас в эту сторону, потом вернемся в другую. О, и сюда можно, и туда можно. Блин, я хочу везде. Видели бы это мои учителя. И не говори. А я сейчас вот на тебя смотрю такой, так вперед, вперед побежал. Слушай, может вот хоть раз сюда сходим? За уголок? Давай, сходим. А то мы все прямо, да прямо. Yeah. А тут ничего нет. Ну, а могло бы быть. Да, подвальчик-то приготовили. О, благословение. Yeah. А чё ты? Это какие-то бугаи новые, да? Слабые, правда? Но новые. Да, но новые слабые бугаи. Надо подождать. Да блин, опять ждать? Чё ж такое? Не любим мы ждать. Мы любим мочить. Пойдем еще тоже в уголок. Сейчас. Да куда ты идешь? Я пока там бонус хотел еще навалять. Уха-ха-ха. Мы тоже так же смеемся. Да, блин, они рассыпаются просто быстрее, чем я успеваю нанести урон. Повторный. От взгляда просто. Посмотрел на них и убил. Ну что это за зубы? Это он меня бил. Бил по голове. О, новое событие. Больше времени. Прозревший сектант убить. Убить прозревшего сектанта необходимо. Прозрей сектант. Вот он. Уничтожим культ. Ты поймешь меня, как никто другой. За этой дверью наша сокровищница. Чтобы собрать эти богатства, нам пришлось совершать ужасные вещи. Осквернять могилы, грабить трупы. Ты бы до такого не опустился. Я собирался все уничтожить. Но ты, вершитель правосудия, ты можешь использовать это золото во благо. А, ну-ка, это конечно, это мы во благо мы можем. Это тут даже... Можно было и не говорить об этом. Конечно же, используем золото. Мы во благо. Золото только во благо используем. Бойтесь нас, все бордели, блэкджек и путаны, да? Бойтесь. Мы идем с золотом во благо тратить. А где золото? А вот здесь что-то есть. Нифига. Какая тут. Налетай, не ленись, покупай живопись. Че, нормально набрали. Так, а тут больше некуда сходить, да? Ну тогда... Так, бэк. Такое маленькое, скажем так, подземелье. И все равно они сделали камень возврата, ё-моё. Молодцы. Да. Экономят время. А то, что казармы делают трехкилометровые в одну сторону... Это ничего. Так. Ой, он меня оглушил. Чертяка. А почему меня? Оглушающий чертяка. Я что, самый волшебный тут? Вороны.
О, да-да-да-да-да. Ну, я думал, туда зайти наверх можно. А, нифига. Надо подождать. О, это дело для бравой магической компашки. Все? Тюб, Сезам, откройся. Так, ну, туда мы дальше не пройдем. К сожалению. А прикинь, так разбил, да, эту, и оп, можем войти, да? Ну. Ох, ты видел, кто там? Смерть, помощница ее. Приспешник, жнец. Пипец. Так, я так понимаю, мы тут будем по кварталам зачищать? Ну да. Ну, нам же ж надо этот, карту эту изучить. Слава богу. А то мне этот твой неадекватный демон, уже охотник на демона, знаешь, как стрёмно ходить рядом, мало ли что там в голове у него. О! Да, вдруг тебе гарпун возьмет. Ну, спасибо. Пожалуйста. Так, кого? Кого я убил, я не виноват. Еще не время. А, так это не ко мне. Гном. Блин. Нет. А, он только пришел, да? Да, я его оглушаю. Стой, чертяка. Блин. Да. Да. Да блин. Ты там собираешь, а я тут понимаю, что... Молодец, играй. Это командная игра. Мой сундук. Блин, все тебе досталось. Что за ерунда? Командная игра, точно. Беру яд, кладется тебе. Достается, да. Ребята. Мы, конечно, хотели повоевать. Так, смотри, мы можем... Короче, мы параллельно просто шли. А мы... Так, ты видел, вот тут проход есть какой-то? Ну так вот мы там сейчас нет, выйдем. Там не будет выхода. Да, будет. Да нифига не будет. Да что ты рассказываешь? Да я знаю. Давай, хорошо, показывай. Я чувствую это. Там не складывается выход со входом. Вот смотри. Мы идем направо. Все, выхода тут нет, тут только вход. Видишь? Да ну на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реально, некромант, блин. Призванный солдат. Слушай, забрали вот эти вот сферы, которые крутятся. Ух ты. Слушай, а он не кисло. Да-да. Урона-то наносит. Еще не время. Давай. Мочи его. Ух, еще и взорвался. Вдогонку. Да. У тебя, кстати, есть такая способность, если что. Вдогонку. Да. Называется. Взрываться вдогонку. Ну, вроде как. Удавка священника. Прям захотелось очень сильно. Не, святилище. Ну да. Заходим в двор Уинтона. Не похоже на работу жнецов. Кто убил этих людей? Хороший вопрос. А кетчупа размазано там не кисло. Здесь все мертвые. Сколько кетчупа перевели? Смерть, значит! А, бандиты. Революция. Угнетатели должны пасть. Король в городе и кап... Не хочу ставить под сомнение ваш гениальный план. Но, по-моему, сейчас не самое лучшее время для государственного переворота. Что? Ты не с нами? Тогда сдохни вместе с нашими врагами! Да, пожалуйста.
Ух, ничего себе подкинул. Мне нужно больше времени. Товарищ, ты куда собрался? Лорд Уинтон, вести о найденном полке, который продолжает держаться, вселяют в меня надежду. Это неожиданное подкрепление поможет нам переломить ход войны и спасти город. В прошлом мы часто не сходились во мнениях, но в эти суровые времена нужно позабыть о былых разногласиях. Вестмарш выстоит. Особенно, когда здесь такие бравые ребята, как мы. Барик. Ух ты, вот это заныкали. Фига. Нежданчик с этой нычкой вышел. Так, вот я думаю, заскочим в подвал или не пойдем туда? Давай, смотри. Так нет, тогда надо вот возвращаться. А, это туда? Ладно, тогда не пойдем, да? Давай, сходим. Ускорим. Ну, давай сходим. Ускоряемся. Нет? Нет? Да. Так. Во. 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 Гаденыш. Ой, тут кто-то есть еще. Ох, какой мазантас тошнотворный. Да, я скажу, это именно так. Мазанный. Мазантас. Черт. Еее. Завалили мазантаса. Размонтазили его. Укрытие сквалыги? Моим сопливым отпрыском. Если вы читаете эту записку, значит, что я мертв. А вы пришли забрать мои богатства. Еще не время. И не мечтайте. Я понаставил ловушек, и они отобьют у вас охоту трогать мои сокровища. Так что наслаждайтесь жалким остатком своих ничтожных, трусливых жизней. Ну, спасибо. И где ловушки были? Ну, вот это, видимо, и были ловушки. Кстати, так, были? Да, нам вот сюда еще можно сходить. Вот здесь вот. Ага, сходили. Ну, тогда прямо. Попить. Жажда замучила, да? Я думал, может, восполнят там ненависть? Концентрацию. Знаешь, как раньше родники были? Выпил и все. И диарея прошла, и все. И голова не болит больше, да? Ух, ничего себе. Они телепортнулись? Нет. Они же превращаются из стражников. Как чувствовал. Еее. Что-то они слабы какие-то напередок. Ребята. Так. А, нам вот туда вернуться надо. Так, ускоряемся опять. Так, ну что, добрались. Так кто там меня сзади это пытается ударить? Что за негодяй? Какую-то героическую атаку мне подобрал. Ну ладно, он подумает, что мы убежали, но мы ему потом объясним, что это тактический маневр. Что это было в его интересах. Неупокоенные перекрыли моим ребятам выход со двора. Помоги мне их спасти. Да не вопрос. Ветро на голове. По-моему, твоих ребят тут уже упокаивают. Ох ты, ё-моё. Фастгрейв узурпатор. Эх, ты занимаешься узурпацией власти? Ай-яй-яй. Нехорошо, у нас уж демократия. Как там?
мы начинали с тоталитарного режима. Это безумие! Черт. Что происходит? Отводи людей к собору. Там собираются уцелевшие. Бегом! Что это значит? А, нам дали опыт. И бабу лес. Наказал. А получилось, продлил жизнь на несколько секунд. Вроде отошел, и все равно достал вот этот. Ну, кстати, неплохой враг, который оглушает, да? Да. Фига ты в полете эту выхватил. Баночку. Так, сделали небольшое перераспределение умений, но сейчас попробуем старыми новыми умениями попользоваться, в общем. Разнообразить так, немножечко, да. Жизнь. Ну, не знаю, что-то гидра мне не понравилось. Ну, как-то... Я не готов. Ни о чем. По-моему, торнадо гораздо эти эффективнее. Ну, прям вот в разы.